Всем привет, с вами Стейси, и сегодня я вам расскажу про мои настройки Bandicam. Многие меня спрашивали, и наконец-то я делаю это видео. Сейчас я расскажу, как у меня все настроено и все такое. Вот программа Bandicam, сейчас я ее записываю. Итак, у меня цель стоит сейчас область экрана. Я просто сделаю такую рамочку и записываю сейчас вот так. Если у вас игра в окне, то есть, вот, к примеру, папка корзина, вот окно, да? Если у вас игра в окне, то вы выбираете цель область экрана. Там вы указываете рамочкой, как какую выбрать. Тут есть размеры, которые вы выбираете. И все, снимаете. Если у вас игра в полноэкранном режиме, как, допустим, Sims 3, оно сразу идет в полноэкранном режиме, то вы выбираете окно Direct, что там ля-ля-ля. Ну, понятно, да? Вот. Выбираете, щелкаете на окне игры, и там сразу появится FPS. Вот здесь в углу вот появятся такие циферки. Значит, все. Нажимаем и начинаем снимать. Итак, идем дальше. Основные настройки. Так, опции, папка вывода. Здесь вы указываете папку, куда будут сохраняться ваши видео. Тут дальше настройки. Тут расширенные, у меня здесь ничего нет. Тут можете покопаться, но я здесь ничего не ставила совершенно. Также вы можете взять от автозавершения записи, но у меня так не стоит. И вы можете взять по времени, по размеру файла и так далее. Может быть, это удобно, но я так не делаю. Дальше самое интересное, мне кажется, самое важное, это видео. Итак, здесь мы выбираем клавишу, за которую будут отвечать старт-стоп и пауза. За старт-стоп у меня отвечает клавиша F12, за паузу F8. Вы можете убрать, вот так вот, сделать как вам нравится, какую-нибудь другую клавишу выбрать. И это очень удобно, что есть паузы. По-моему, во Фрапсе такого нет. Так что, кто пользуется Bandicam, мы крутые. Дальше, можно поставить галочку без курсора, то есть у вас не будет курсора мыши, как сейчас вот это делаю вам, действую на нервы, у вас не будет такого. Также эффекты щелчков мыши, можете включить, можете не включать. Запись звука. Итак, у меня здесь основное устройство и дополнительное устройство. Основное устройство у меня микрофон мой, и вы можете тут, дальше тут всякие штучечки есть разные, можете выбрать. Если вы выбираете вот это Win8 Sound, это значит, что вы будете записывать с компьютера различные звуки, то есть игра у вас со звуками будет. Также, если вам ВКонтакте кто-то напишет, тоже будет звук. Думаю, заметили, что у меня такое бывает иногда, я очень извиняюсь за это. Дополнительным устройством у меня вот эти вот звуки как раз стоят здесь. Также вот здесь вот настройки есть. И сейчас нажала, сейчас загрузится. Вот мой микрофон. Здесь тоже свои настройки, свойства нажимаем. И тут прослушать можно уровни. Вот, я советую уровень большим не делать, потому что я один раз сделала 100%. И ничего хорошего из этого не вышло, там было какое-то бульканье и так далее. Так что поэкспериментируйте с громкостью. Лучше сделайте погромче в самой программе, которую вы будете редактировать. Если вы будете, конечно, редактировать, чем, допустим, у вас там будет все булькать и кряхтеть. Дальше логотип. Можем сразу поместить логотип на видеозапись, я не использую это дело. Вот, и здесь вы можете выбрать позицию, прозрачность и так далее. Наверное, это удобно, я не знаю, не пользовалась. Эффекты. Здесь эффекты для мыши. Это в основном для тех, кто снимает обучающие видео, очень полезно. Допустим, ставите и выбирайте цвет, там, цвет левого щелчка, цвет правого щелчка, очень удобно. И добавление эффекта подсветки курсора. Вот так вот. Очень здорово. Опции, приоритет записи. У меня стоит выше среднего. И можно сделать так, чтобы пропускался кадр, который не обновляется в записи. Все, нажимаем ОК или отмена, неважно. Дальше формат. Здесь видео. Этот кодек у меня MPEG-1. Размер у меня full size, 30 fps и качество 100%. Звук 48, что-то там. Нажимаем настройки, давайте подробнее это разберем. Размер у меня полный размер, вы здесь можете вот указать. FPS у меня 30, я советую ближе к 30 делать, не нужно, я думаю, делать 60 или 1, конечно, думаю, 30. Вот у меня стоит так. MPEG-1. Кстати, кодек поставил сегодня. У меня до этого стоял X-Vid. Или как он читается, извините меня, если сейчас опозорилась. Ну ладно, у меня был X-Vid. Я с ним, конечно, намучилась очень сильно, потому что
Моя программа, Premiere Pro, она очень хорошая, но там были такие косяки. Я думаю, кстати, вы заметили, что у меня звук нормальный на самом деле был. По видео кажется, что звук остает. Не-не-не-не-не. Это видео то ускоряется, то отстает, то там мелькает, мерцает, не знаю. Вот я сегодня поставим пек 1, я уже записала летсплей, вот записываю видео. Я тогда или добавлю в это видео, или под видео напишу комментарий, как лучше, не лучше. И хочу попробовать с разными настройками. У меня вот еще какая, что тут есть. Качество стоит 100%. Если у слабенький комп, можно поставить немножко поменьше, но у меня вот стоит именно так. Звук у меня стерео, 48 тысяч чего-то там частота, и кодек, я в них не разбираюсь, у меня вот так вот стоит там, я не знаю. Так, и шаблоны. Я советую шаблоны не использовать, ничего хорошего с этого не выходит. Также с помощью этой программы вы можете делать скриншотики. Здесь тоже выбирайте клавиши, которые будут за это отвечать. У меня, допустим, F11 отвечает. Тут, без курсора, включить звук затвора. Думаю, тут все понятно, особенно если у вас программа на русском. Вообще замечательно. И формат. У меня стоит JPEG, высокое качество, мне кажется, это лучше. Так, и о программе. Ну, там ничего интересного, там серия, email мой, все такое, то, что лицензионное. Вот, так что там, правда, нечего смотреть. И здесь мы видим кнопки, с помощью которых мы тоже можем старт-стоп сделать и паузу. Просто нажимаем здесь. И сейчас я сюда нажму и закончу это видео. Надеюсь, вам понравилось это видео, вам оно было полезным. И вы теперь тоже сможете снимать летсплей. Я думаю, вам я помогла. Если так, то поставьте палец вверх. Мне будет очень приятно, что я кому-то помогла своим видео. И всем пока, и до новых встреч.